Это что касается профилактики, хватит ли изоляционных боксов и аппаратов искусственной вентиляции легких в республике в случае, если коронавирус подтвердится и болезнь будет протекать тяжело. Вопрос, который волнует большинство жителей республики, мы задали заместителю министра здравоохранения Чувашии Владимиру Дубову. Боксов у нас хватит. На сегодняшний день это у нас есть. Для детей это городская детская больница номер 2. У нас для взрослых есть больницы скорой медицинской помощи. Есть боксы, соответственно, в инфекционном отделении Новочебоксарской городской больницы. И в каждом муниципальном районе Чувашской республики, скажем так, у нас 15 инфекционных стационаров, там тоже есть боксированные специальные палаты. Аппаратов ИВЛ в республике достаточное количество. Начнем со службы скорой медицинской помощи. Все новые автомобили, все бригады у них есть внутри машин ИВЛ. Это первое. Второе. В каждой больнице тоже есть. Суммарно мы насчитываем более 400 аппаратов. И, в принципе, если введется режим повышенной опасности и так далее, из резервного фонда будут выделены деньги, и если что-то будет не получаться, естественно, этот парк будет, конечно, дополняться. Потому что в качестве... На сегодняшний день, с учетом, скажем так, оценки рисков, этих аппаратов хватает.